Поликлиники номер 2 сейчас оживленно. Помимо вакцинации против коронавирусной инфекции, не менее активно здесь проходит кампания по иммунизации населения против гриппа. За счет средств республиканского и местного бюджетов была закуплена вакцина против гриппа российского производства, которая используется в Беларуси на протяжении уже многих лет – Гриппол Плюс. В числе желающих привиться Светлана Шавлинская, старшая медсестра отделения реабилитации номер 2. На прививку женщина идет без страха, ведь делает ее ежегодно и отмечает, что болеть стало намного реже. Мы делаем это ежегодно, потому что работаем в зоне риска. Прививку вот сегодня получила. Чувствую себя отлично. Реакции на прививку нет. Побочных явлений тоже нет. Прививаюсь сама и прививаю всю свою семью. Считаю, что прививка против гриппа эффективна, потому что мы ежегодно прививаемся и не болеем. Вакцинация – минутное дело, но пользы от этой процедуры хватит на несколько месяцев. И людей, которые это понимают, много. На данный момент в поликлинике номер 2 от гриппа привито более 600 пациентов. Достичь таких высоких показателей помогает и выездная вакцинация, которую организовывают на предприятия, в сады и школы. У нас заключены договора с предприятиями, которые, значит, хотят привить своих сотрудников. Вот, и мы имеем два вида вакцины. Одна вакцина – это французского производства, называется «Vaxigrip Tetra», и вторая вакцина российского производства, называется «Gripol Plus». Значит, стоимость этих вакцин, значит, французская вакцина стоит 23 рубля 99 копеек, и стоимость российской вакцины 9 рублей 92 копейки. Значит, очень активно наше население включилось именно в вакцинацию французской вакциной. У нас в достаточном количестве ее имеется. Стоит отметить, что в связи с активной вакцинацией от коронавирусной инфекции у многих вполне резонно возникает вопрос, можно ли прививаться от COVID-19 и гриппа одновременно. Компетентный ответ дают специалисты. Вакцинация против гриппа и коронавирусной инфекции одновременно в один день возможна, то есть согласие пациента. И если же пациент привился в недавнее время против коронавирусной инфекции, необходимо подождать 2 недели и прийти привиться уже против гриппа. Будет вырабатываться активный и достаточно стойкий иммунитет. Не менее 40% населения ежегодно проходит процесс иммунизации. Благодаря таким показателям в Бресте с 2010 года не регистрируются эпидемии гриппа.